Всем привет! А сегодня мы будем слушать Лиду. Трек называется «Шерстяное худи». Я знаю, что Лида нас смотрит, оказывается, в комментарии. И попросил именно эту песенку. Ну, не знаю. Я вот, знаете, в свете того, что я как бы опять сейчас тут что-то с Жараховым связано, я не люблю треки, когда выясняют отношения. Нельзя просто написать трек без вот этих полунамеков, полутонов. Так как я не сильно в теме, мне всегда тяжелее вот это все понятие. Ну, то есть, допустим, когда я там Оксимирона с этим слушала, как его? Дженни Бой? Нет. Ну, последний раз-то этот... С кем они там на коленях стояли? Ну, понял, да. Да. Ну, я там была в теме, поэтому мне было все понятно, и поэтому я это все как бы все поняла и все прочитала. Но в большинстве своем я вот эти вот треки взаимоотношений ваших там молодежных тусовок не сильно понимаю, поэтому не хотелось бы быть глупой. Вот, ну ладно, послушаю я вот специально по просьбе Лиды «Шерстяное худи». Напоминаю вам, что если вдруг забанит YouTube, мы есть в Рутубе, и поэтому приходите туда. Не надо слез и не надо печали, наша судьба — это тот еще фрукт. Ты залетела в мою жизнь случайно, как пирокинезис в кунг-фу. Йоу, делай громче звук и откройся миру. Твоя улыбка — это мило, отойди от сна. Все наладится, скажи всем несгодам спасибо. Грустить не надо, ведь скоро весна. Ты подойди ко мне. Ой, как хорошая песенка. Тебе, малыш, я в шерстяном худи, прижму тебя к себе. Все свои проблемы удаляй при мне. Малыш, я в шерстяном худи, прижму тебя к себе. Я больше не люблю слово «люблю». Я больше не хочу слово «хочу». Бля, я такой душевный, во мне столько чувств. Я то грущу, то хохочу, ха-ха-ха-ха-ха. Все проблемы чепуха. Подойди ко мне, малыха, твою руку ждет моя рука. И мы в припрыжку побежим встречать закат. Как же круто жить в этом прекрасном мире, когда ты богат. О, денежки капают с неба. Посмотрите на меня, я селеба. Но очень душевный при этом. Я такой же, как и вы, только у вас нет денег. Я думал, он про любовь вообще. Ты на концерты. Нет, реально, ledatour.ru. Ты подойди ко мне. Станет по тебе, малыш, я в шерстяном худи, прижму тебя к себе. Все свои проблемы удаляй при мне. Малыш, я в шерстяном худи, прижму тебя к себе. Спасибо всем за прослушивание этого альбома. Его нет на площадках, он есть только в моем официальном телеграм-канале Лида. А 8 апреля выйдет мой новый трек под названием «Заебался». А также приходите на мои концерты, ближайший из которых будет в Москве 22 апреля в клубе «Глав Клаб». Там будет около 3000 человек, и мы будем водить хороводы. Я поняла, почему нас Лида это послушал, чтобы мы тут рекламу... Ты подойди ко мне, и станет по тебе. Малыш, я в шерстяном худи, прижму тебя к себе. Ну, ладно, друзья мои, не буду придираться к Лиде в этот раз. Он вот такой был очень, как-то, знаете, легко, мелодично. И я думала вообще, что там про любовь, а там про деньги. Ну, я поняла, что это такой какой-то, ну, прикол, короче, это был. Шутка. Шутка. Вот, понятно, для чего надо было послушать мне, чтобы он успел сказать рекламу через меня и пригласить на свой концерт. Мне нужны проценты за это. Надо придумать, какие. Во, знаешь, какие проценты? Пускай Лида попросит скачать твою книгу. Да, Лида, за то, что я послушала твою шерстяное худи, ты на своем концерте должен сказать, что есть такой канал, есть такая замечательная... Кто я? Реакционер? Кто да. я? Вот. И я написала книгу, и ее нужно обязательно скачать. «Солнышко мое» называется моя книжка.
мой псевдоним Виктория Дунайцева, на Литресе я точно есть. Лида, вызов тебе. После того, как ты это все скажешь, а я это увижу, потому как у меня скаканут резко просмотр, я буду, обещаю тебе, слушать твою каждую песенку и говорить, как ты крут. Всем пока.